Всем привет, дорогие друзья! И снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня готовим очень вкусно, оригинально и очень просто. Сегодня у меня на канале обалденный вкусный рецепт скумбрии. Также к ней будет обалденный маринад. И, конечно же, приготовим кабачки-гриль. Ну что, начинаем готовить? Поехали! Давайте быстренько пробежимся сначала по ингредиентам, чтобы не было лишних вопросов. Нам понадобится молотый имбирь, буквально пол чайной ложки. Сладкая паприка, молотая, соль, лимон, соевый соус, черный молотый свежий перец и буквально грамм 30-40 подсолнечного масла. Скумбрию я уже разделал, у меня здесь 4 штуки, вот такие вот филе красивые. Вы подумаете, почему филе? Я же вам говорил, что наш рецепт сегодня будет оригинален. Пока мы отлаживаем в сторону и займемся самим маринадом. Отправляем все в миску. Молотый имбирь, здесь примерно чайная ложка, без горки. Сладкая паприка, здесь у нас столовая ложка. Соль. Отправлю 2 щепотки. Соевый соус. 2 столовые ложки. Хорошенечко перемешиваем. Добавляю грамм 30-40 подсолнечного масла. Перемешиваем все. Добавляю свежий молотый перец. Хорошенечко добавляем. Не жалеем. Добавляю немного цедры лимона. Мне также понадобится сок лимона. Немного раскатаю. Разрезаю. И добавляем сок лимона. И хорошенечко это все перемешиваем. Аромат стоит просто обалденный. Сегодня маринад у меня без чеснока, хотя чеснок я очень люблю и добавляю его везде. Но сегодня у меня маринад без чесночка, но имбирь придает обалденный вкус, а также аромат скумбрии. Да, любой простой рыбки также отлично подойдет. Все, и отправляем наш маринад. На нашу скумбрию. Теперь каждую филешку промассируем уже в маринаде. Ах, аромат пошел. Лимончик, имбирь. Вкуснотень. Накрываю пищевой пленкой и отправляю в холодильник. Буквально на минут 20-30, пока буду разводить огонь в мангале, наша рыбка замаринуется. Теперь замариную еще кабачки. Режу толщиной примерно в 1,5 сантиметра. Кругляшками. Классика. Кабачок нарезали. Отправляем в миску. Отправляю пару ложек соевого соуса. Хороших пару щепоток соли. Подсолнечного масла. Грамм 25. Черный перец. И немного взбрызнем соком лимона. Все хорошенечко перемешиваем. Кабачки и рыбку замариновали. Теперь идем разводить наш костер в мангале.
прошло более 30 минут, а значит, нам нужно уже насаживать нашу скумбрию, наш шампура. Смотрите, что я делаю. Я заворачиваю скумбрию в рулетики. Знаете, чем классен этот способ? Нет. Мы удалили все косточки. Значит, не будет проблем с поеданием такой рыбки. Очень оригинально и круто смотрится. Я уверен, что таким способом вы удивите не одну пару гостей. Косточки удаляем в сторону, лимонные. А самое главное, что готовится все просто, а конечный результат бомбезный. Скумбрия готова, не прошло и 10 минут. Ах, аромат супер. Рыбка готова. Кабачки готовы. Ай, какая красота. Ай, какая красота. Мне уже не терпится отведать этой вкусной ароматной рыбки. Какая это вкуснотень. Скумбрия на мангале. Это вообще. Еще с таким обалденным маринадом. Супер. Просто нет слов, как вкусно. Обязательно готовим вместе со мной. Не забываем подписываться, кто не подписался. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать новых моих видео. А также подписываемся на мою страничку в Instagram. И, конечно, комментируем. Всем пока.